Привет, умники! Пока американские ученые помогают фотографам получить идеальные фотографии, их отечественные коллеги разрабатывают рельсотрон и борются за стипендии от немецкого концерна. Подробности далее в программе «Новости науки» с Ралиной Киряевой. Итак, в мире. Ученые из Массачусетского технологического института разработали технологию, которая позволит фотографам снимать на цифровую камеру через стекло без бликов. Новая система придумана вместе с инженерами Microsoft Research и основана на датчике глубины, который используется в игровых системах Kinect. Камера излучает свет определенной частоты и оценивает интенсивность отражения лучей оконным стеклом и более отдаленными объектами. Управляющий алгоритм использует преобразование Фурье и разбивает сигнал на составляющие частоты. Необычной камере требуется около минуты для преобразования фотографии и удаления с изображения бликов. А в России ученые Шатурского филиала Объединенного института высоких температур РАН разрабатывают оружие, которое сделает бесполезными все современные средства защиты боевой техники. Речь идет о знаменитом рельсотроне или рельсовой пушке. Орудие не требует пороха для выстрела, да и снаряды не нуждаются во взрывчатых веществах. Разгон происходит за счет мощного электромагнитного импульса. Российские ученые полагают, что в условиях, когда мощность взрыва определяется только скоростью снаряда, вполне можно создать оружие, по эффективности близкое к ядерному, но не оставляющее последствий в виде радиоактивного заражения местности. И в заключение, в Татарстане КНИТУ, КАИ и Сименс подписали двустороннее соглашение о выделении лучшим студентам Германо-Российского института новых технологий стипендий и грантов на обучение в течение третьего семестра в университете-партнере в Германии. Размер именной стипендии составит 10 тысяч рублей ежемесячно на одного грантополучателя и выплачивается в течение академического года. Размер гранта предполагает покрытие расходов пребывания в Германии на один семестр обучения одного студента в размере 8 тысяч евро. Стипендия будет назначена 4 лучшим в науке, учебе и исследовательской деятельности студентам ГРИНТ. А на этом все.